Привет. Я покажу КВ-6. Танк СССР. Тут есть корпус, гусеницы, колеса. Механизма для гусениц нету. Есть фонарик впереди корпуса. Пулемет, но только он не стреляет. Есть немного декора. Есть люки, с помощью каких можно забраться в сам танк. Тут есть лестница. И внутри декора нету. Разве что закрыл все механизмы. Работает Катюша, ракетная установка. Ездит, конечно. Немного зависает. По отдельности крутятся все башни. И стреляют. Только средняя башня плохо стреляет. На основных башнях есть еще небольшие башни. Вот тут находится ракетная установка Катюша. Тут башня МС-1, я название не все помню, и тут пулемет. Две передние башни, задние, это башни КВ-1. Посередине башня КВ-2. Мне башни не нравятся, потому что они не похожи на настоящие. Перейдем к следующей постройке. Следующая постройка — ноутбук. Детали я не делал, тут много механизмов. Он может закрываться. Включается. На ноутбуке есть 5 игр. Тут можно управлять курсором мыши. Тут только не буду время тратить. Нажать на кнопку. Флешка. Бан. Чё было? Ага, тут есть кнопки, с помощью какими можно управлять моей мышкой. Есть еще лаги. Непонятное. Зайду в первую игру. Я буду показывать только одну игру. Оно работало, все хорошо. Хорошо. Активируем. И можно будет управлять курочкой. Много у меня лапок. Можем закрыть эту игру. Включить динозаврика. И опять очередные баги. Из-за чего они? Это должна быть кнопка. Включаем динозаврика. Делаем баг. Все, понял. Не понял. Сейчас починим. Динозаврик. Это такое самоуправление. Только игры недоработаны, и тут проиграть нельзя. Она может либо... ничего не делать, короче. Закрываю игру. Следующая игра. Следующая игра. Майнкрафт. Она у меня не лагает. Стив какой-то странный. Майнкрафт паркур. И еще есть игра. Есть на пробел стрелять. У меня лагает немного. И можно взять другую мишень. И когда немного постреляешь, победа может высветиться. Привет, я сделал вот такой вот истребитель. На стекло поднимается просто без коллизии это. Сейчас фиксирую. Тут есть шасси. Они могут убираться на X и на Z. Они появляются. На экипательном пазе цифра 1, 2, 3 это двигатели на разных
глазах, тут скажем. Ну, если вот, когда эти два кончатся двигатели, есть еще там два. И еще. Короче, тут 6 двигателей. Ну, ракет. Он не стрелять. Вот, например, вот. Вот стоит. Оба. Ой, ой-ой, залагало. Ой-ой. Ой-ой-ой. Оп, на нем нет. Он сделался вот так вот. Оба. В принципе. На нем еще и до конца может долететь. Обычный стрелитель. Чё? Стреляет, летает. Только делает. Шасси есть. Пускные, рабочие. Ой, тут и звук. Ну, в принципе, всё. Пока.